сегодня начинаешь снимать Молдову. Передержал, конечно, ее на кустах. Этого допускать нельзя. Почему? Это основное к вам предостережение такое. Если у вас виноград созрел, то не передерживайте, не держите его на кусте. Ибо чем дольше вы держите созревший виноград на кустах, тем хуже вызревает лоза. Ну и, соответственно, тем хуже куст готовится к зиме. Я не срезал, потому что не было времени, но сейчас вот, скажем так, догоняю. Срезаю, будем делать сок из Молдовы. Снимаем потихоньку и укладываем. Вот уберем Молдову, и ягод на кустах уже не останется. Осень пришла, но работы на винограднике продолжаются. Ветер. Осенний ветер. И, конечно, самое время делать влагозарядку. Влагозарядки, влагозарядный полив – это, в принципе, основное, одно из основных мероприятий на осеннем винограднике. Насыщая корнеобитаемый слой влагой, вы тем самым предохраняете корневую систему от вымерзания, так как влажный грунт меньше промерзает. Ну и, соответственно, наполняете влагой землю, грунт, так как у нас здесь, в нашем регионе, можно сказать, что была засуха. Дождей не было очень-очень давно. Если есть возможность, внесите в поливную воду фосфорно-калийные удобрения. Азотные удобрения будете применять весной. Осенью их применять не стоит. Можно внести фосфорно-калийное удобрение в сухом виде, под куст, примерно на глубину штыка лопаты, 25-30 сантиметров. От 30 до 50 грамм на метр квадратный площади питания куста. Плоды пассифлоры, интуку. Осень, осень. Хорошо.